Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик. Сегодня мы с вами поиграем в Granny Chapter 2, вторую часть. Я в нее только что поиграл, хотел записать, но, к сожалению, при нажатии клавиши у меня ничего не записалось, потому что нам нужно было отдельно нажимать в OBS, к сожалению. Так бы ролик бы уже завелся давно. Давайте перейдем к прохождению. Так, я поиграю на изи, все-таки на изи сложности буду играть в данный момент, так сказать, для ознакомления, пока я все пойму, как здесь работает и так далее. Причем, я не знаю, мне почему-то BlueStack подгоняет, у меня периодически персонаж сам начинает ходить в какие-то стороны, без моего ведома, видимо, ну, видимо, это просыпается вторая личность. Так, и долго? День первый. Так, доброе утречко. Ну и где я проснулся опять? Это что, хостел какой-то, что ли? Хотя это на сарай больше похоже, я даже собаку бы здесь не стал бы держать. И почему я сплю здесь? Как я здесь вообще оказался? Василич, ты меня опять привел куда-то, нет? Так, требуется лом. А где мне взять лом? Так, а это куда у нас? Давай-ка сходим посмотрим. Обалдеть, у вас тут что, осьминоги живут, что ли? Нифига себе развлечения, а покормить их чем-нибудь можно, нет? Нет, наверное, в воду я не пойду, так здесь заперто, а здесь лодка. Так понимаю, лучше мне уехать бы на этой лодочке куда-нибудь подальше отсюда. Хотя можно здесь обжиться, здесь вроде неплохо даже. Так, а это что у нас? Отлично. По-моему, эта штука называется Железная Дева. Только она почему-то сделана из дерева. Мне как-то больше по старинке гильотиной нравилось. О, отлично, у меня есть лом. Уже... О, здравствуйте. А вы, видимо, хозяин заведения, да, Петрович, наверное? И вам не хворать. А куда-нибудь... Давайте потом поговорим, я тут под лавку лягу. Вы ведь меня не заметите под лавкой, да? Действительно. То есть, стоит чуть-чуть пониже посмотреть и меня увидеть. Так, опять это бабуля, опять я в твоем хостеле, что ли? Все, встретились. И Петрович, и Зинаида, я смотрю, все здесь находятся. Так, я надеюсь, они ушли куда-то. Хотя они вроде здесь где-то ходят. Не, ну действительно, мне кажется, под лавкой, ну это как-то очень странно прятаться. Это то же самое, что, я не знаю, спрятаться от какой-нибудь убийцы у себя в ванне и залезть под ванну. Да его же допрет, что я нахожусь под ванной. Так, ладно. Ящик надо разбить. Опа-на. Подожди-ка. Так. Так, а у Петровича ключ какой-то был. А у меня есть ствол какой-то. Куда я опять иду сам по себе? Тебе вообще без разницы, что ли? А почему я без разницы? Я отстрелил ведь тебя, тебе должно было там, ну я не знаю, парализовать, что ли, еще что-нибудь. Ты тем более старый, у тебя сердечко слабенькое. Все примерно как-то так должно было работать, нет? Видимо, ей без разницы, на транквилизатор, она... И... Куда я опять сам иду? Она и так на них, наверное, всю жизнь сидит. Так, ладно, возьму лом, может быть, где-нибудь еще есть ящик. А можно ломом кому-нибудь по головушке дать? Неплохо было бы. Так. Так, что у нас здесь? Библиотека, чтобы почитать. Вот Слендерина. О, да у нас здесь есть секретный проход. Да! Ты-то здесь откуда? Мылся, наверное. Мне тоже не нравится, когда я мойся, кто-то ко мне заходит. Может быть, он какал, сидел, я к нему взял, зашел в комнату. И он мне просто взял, ударил, да и все. Разговор, я смотрю, у него короткий. Веселая семейка Петровича, Зинаида Михайловна. Быстренько все, оперативненько. Хватит куда-то ходить, куда меня тянет. Так, куда здесь подальше можно пройтись? Так, здесь ничего нету. Может, здесь что есть? Нет, здесь тоже ничего нет. А в шкафу? Тоже пусто. Так, ключ от сейфа. О, подожди. У меня свист. Здравствуйте, Петрович. Как у вас делишки? Там нормально все? Так. Вот это, по-моему... Блин. Я прям чувствую, как рядом кто-то ходит постоянно. Подожди, это отсюда?
Ага. Так, надо бензи еще налить и открыть эти ворота и все, уплывать отсюда куда-нибудь. Мне не нравится их сервис здесь. Ну реально у них здесь очень плохой сервис. Так, пистолет, ладно, пусть здесь лежит. Да куда я сам бегаю-то постоянно? Там, походу, что-то капканы поставили. На кого? На осьминогов из подвала, что ли? Что он у вас по ночам выползает, походу? Так, пойдем сюда. Я же начинаю бояться ходить здесь. Они хоть где могут быть? Так, меня камера, походу, увидела. Нифига себе, у вас здесь душ. Вы, походу, здесь моетесь? Он тут весь с вашим песком все смывает. Так, дедуля идет. Дедуля, походу, у нас главный здесь по этим, по камерам. Кого? Дверной замок? И что мне с ним делать? А что делать-то с дверным замком? Бабуля, успокойся, да, давай порешаем все. Нормально все, нормально общались же. Так, я здесь посижу. Подожди, а нафига мне дверной замок? И куда его? Так, здесь нужен VIP-анкей. Ладно, я понял. Так, всё. Так, здесь тоже ничего нету. Так, мне, короче, надо эту штуку как-то открыть. Наверное, сюда нужно будет дверной замок. Вот потом. Мне бы лом забрать. Так, а куда он делся? Здравствуйте, я тут пробегусь немножечко. Я вам сильно не помешаю. Он, я смотрю, глуховатенький. Так, что у нас здесь? А, вот. Вот сюда мне лом нужен. Вот эту штуку открыть. Так, все заперто. Так, давай сюда перелезем. А зачем перелазить с комнаты в комнату? Для меня как-то не совсем понятно, видимо, некоторые вещи. А, вот камера. О, смотри. Здесь еще выше куда-то подняться можно, обалдеть. Они, наверное, сюда не ходят даже. Да куда ты мне... Вторая личность, хватит мне куда-то таскать. Так, здесь тоже пустоватенько как-то. Так. Нафига мне это колесо? Куда-то, видимо, его нужно вставить. А куда его реально деть-то? Слушай, а может быть это руль? Руль от лодки. Ну, кстати, как вариант. Да куда я сам хожу-то, ё-моё? А слезть-то можно отсюда как-нибудь? Ключ от сейфа. Отлично. Так, мне бы отсюда как-то выбраться. Так, здесь что? Да что происходит-то? Так, ну давай до лодки унесу. Если меня тут по пути сейчас не вырубит. Нифига себе, у вас тут что, коллекция? Ой-ой-ой-ой. Дедуль, давай потом. А бабуля там, походу. Походу я в западне. Нет, я не в западне. Нет, я в западне. Бабуля ходит, капканы ставит. Дедуля просто ходит. Да... Да какого фига, блин, он сам куда-то двигается. День четвертый. Я уже весь побитый на четвертый день. Мне надо лом забрать. Там ящик был на третьем этаже. И там ключ от сейфа был. Лучше бы я с ключом от сейфа шел, хоть открыл бы что-нибудь. Тоже было бы неплохо. Хватит ходить. И все уже в крови. Что, у меня гости из Краснодара приехали, что ли?
Так, лом. Надо взять лом. О, дедуля лег спать. Может, ему ломиком, пока он спит? Дедуля, просыпайтесь. Да куда опять? Там, походу, дед проснулся. Нет, дед все спит, ему пофигу на все. Дед, вставай! Хату грабят. I see you. Да, конечно, I see you. Конечно, ты меня видишь. Было бы странно. Бабуля наверх, этот сюда. Да что за ерунда-то? Почему она дальше за мной не пошла? Да что за фигня творится-то, а? Ну, у него лом, у меня лом. Против лома-то нет приема. Так, она туда куда-то пошла, я пойду сюда. Да дай зайду! Как он ее, Грэнни зовет? Так, я под кроватью сяду, пожалуй, посижу немножечко. Не знаю, как долго, ну пусть она назад вернется. А ее будет вообще снизу здесь видно из-под двери или нет? А то я чую, я сейчас выйду. Мне тут же один с ломом ходит, в Зинаида ходит, блядь, сбитый. Вообще как-то не весело. Ну а что, правильно все. Она зубы выбивает, бьет, а он уже ломом выдергивает дальше до конца. Это смотря какой стоматолог больше нравится. Но я не вижу никого. Стой. Security key. Во-во, вот здесь был ящик. Хендвилл. Что-то я не понимаю, видимо, в этой жизни что-то еще. Да что происходит-то, а? О, випанки, отлично. Угу, вон еще один випанки идет. Так, надо их, короче, пострелять. Пострелять, быстренько своими делами заняться. Дедуль, я здесь. Здесь я. Ты вообще меня не видишь? Видит, ты смотри-ка. Так, давай под кровать спрячемся. Но он же нас всяко не найдет. Куда здесь прятаться-то? И что он открыл? И он просто стоит, смотрит. Грэнни! Давай, давай, иди до Грэнни. Молодец. Так, все, випанки есть. Сейчас возьму, там как раз пару патрончиков есть. Быстренько их оприходую. Подожди, а зачем два вентиля? Ладно, один этот. Для этого. Ну, один руль, я так понимаю, был. А вентиль-то нафига? Опять я куда-то в бок иду. Да куда я в бок-то вечно хожу? Так здесь нет ничего. А что, они ходят, закрывают после меня, что ли, все? Все обалдели. Даже стоя сюда и залезть. Да, я так точно залезу. Да как это убрать-то? Бабуль, стой! Стой, бабуля! Давай с этой стороны. Что, догонишь меня? Нет. Ты смотри аккуратнее со мной, я парень серьезный. Сейчас дедуля чую придет. Устроит мне здесь серьезность. Так, випанкей, давай. Что у нас тут по патронам? Два патрона. Два веселых друга. Да куда ты ходишь-то сам, а? Я не помню, где-то рядом. Ну а что, я здесь и буду в каморке у себя сидеть? Прям сильно где-то рядом. Бабушка, дедушка. Смешно ей, да, там? Так, давай. Во, ляг полежи немножечко. Тебе это полезно.
Для здоровья. Так а где меня в прошлый раз вырубили-то? Я этот тащил. Да, вот здесь я его тащил. Дедуля! А, вон, вон и дед. А стой, у него ключ какой-то есть. Может ключ взять? Дед, я здесь. Иди вместе с бабкой полежи. Так, а ключ от чего у тебя? Security gate от третьего этажа, отлично, пойдем туда. И что там, нужно в этом... Да куда ты меня таскаешь-то? Да что ж происходит-то такое? Так, security... Подожди. Стой. Так я ж и так везде мог зайти. Стой! Стой! Да что происходит-то? Сейф. Пойдем до сейфа сходим. Стой, он меня же просил security key вроде как. О, еще есть патрончики. Это хорошие новости, что патрончики еще есть. Так. Сейф. Что там в сейфе у нас? Ручка от двери. Так, а эту фигню-то мне как вырубить? Электрическую. Стой, а только что я где два... А, вот. Так, надо пойти на кухню что-нибудь поискать. Там по-любому что-нибудь полезное есть. Может, пожрать что есть. А то мне этот хостел вообще как-то не нравится. Больше сюда ни ногой не поеду. О, ботки! Подожди, это ключ от лодки? Так, надо их опять, обоих. Так, вот еще есть два патрона. А как эту дверь-то запилить? Чё мне сделать-то надо здесь? Мне надо решетки как-то убрать. Я только не понимаю, как. Да куда ты меня тащишь-то сам? Так, ботки. Надо их опять подстрелить. Все, патрончики имеются у нас. Это хорошо. Так, а в этой штуке же ничего больше не было. Вот все, они где-то идут опять. Так, идите сюда, у вас здесь эта ваза упала. Вам что, вообще без разницы? Алло. Я под камерой стою. Я под камерой стою. Ну, они ж ходят где-то. А где они ходят? Эй, хозяева! У вас тут картина упала, между прочим. Ваза. У вас вообще все попадало, все пропало. Что такое-то, а? А и что, ты реально наверх пошла, что ли? Бабуль, у тебя все нормально? Так, отлично, все. Тут проходу не мешаемся, пожалуйста, дайте пройти. Так, это что-то где-то разрезать, перерезать. Надо понять, не имею где. Так, давай сходим до лодки. А вы тут пока постойте, подумайте о своем поведении хорошем. Пам-парам-парам-пам-пам. Да стой ты! Куда ты ходишь-то? Я не могу завести. Почему ты не можешь завести-то? А, ну может бенза нету. Понятно. Еще эту фигню надо открыть. Так, ладно, ключ лежит здесь. Что я еще где пропустил? Так, у меня еще где-то есть, наверное, полторы минуты. Здесь я все облазил. Так, еще патрончики. Это вообще шикарно. Здесь, я смотрю, целая гора патронов. А не могу я, наверное, завести, потому что... Вот, точно. Вот, вот эту штуку, наверное, нужно вставить. Да как вот эту электрическую-то убрать, я что-то понять не могу. И что происходит-то?
Так, давай пошли. Так, вот это что, вставить можно куда-нибудь? Ай-яй-яй, не падай, не падай. Во. Так, осталось бенз найти. И ключ от ящичка. Надо внимательно везде посмотреть. Здесь что, здесь железное дело, ничего интересного. Так, надо бы ружьишко забрать. А то они сейчас проснутся. Выспались, наверное. Ничего так не бодрит, как... как пару выстрелов в живот. Так. А здесь что-нибудь есть? Да ё-моё, ты куда ж... ты чё меня таскает-то? Так, здесь ничегошеньки не лежит. Как вот это убрать? А, смотри-ка, у меня и газ есть. Отлично. Давай, может, они пока не проснулись. Сейчас мы и заправим все. Они сейчас проснутся, я чую. Надо будет ружье еще взять, и останется тогда у нас подлог Кей, и все. Которое я без понятия вообще, где взять нужно. Так. И че? О, заливаем, нормально. Давай льем, льем, сейчас все зальем. Так, все, это дело за малым. Остался подлог Кей, который без понятия, где нужно брать. Они ходят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ца-яй-яй-яй-яй! Так, что ты идешь за мной, бабуля? Давай, давай, иди. Иди, иди. Ты там что, капканами какаешь, пока ходишь? Так, главное, Петровича сейчас здесь не встретить. Да кого ты видишь-то? Так, шотган, все отлично. А может там что-нибудь еще лежит? Может как раз подлог Кей здесь есть? Да нет, нету. Блин, ну где-то спрятан в таком месте, я не знаю где. Даже где искать-то примерно? Ну лом у меня, допустим, есть. Дедуля! Добрый вечер! Подожди. А, это security key. Так у меня здесь и так открыто все было. В шкафу. О, еще патрончик есть. Это хорошо. Нифига себе. Нифига боевая бабуля. Прям в нее стрельнул и типа не попал. Тут разброс-то у пуль должен быть, ого-го какой. Так, 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 так. И что мне сверху делать? А, ну вот, типа, все камеры да показывают, где они находятся. Ладно, понял. Так, а это что? А, вон, ну как. Хорошо. Да хватит меня ковылять туда-сюда. Подлог Кей. Блин, остался один ключик жалкий, и все. Я не знаю, где он может находиться. Причем я не понимаю, что с основной делать. Вот этим что перерезать? Я здесь проводов-то нигде не видел. Вот с этой штукой. Нет, это дрова. А мне надо как-то вот здесь электричество отрубить. Понятия не имею как. У меня один патрон всего остался. Это вообще не весело. Может в туалете где-нибудь? Ты ж в туалет, да не могу попасть никуда. Да нет там нифига. И чё, и где искать-то? Ключик. Последний ключ. И все, я... могу сбежать отсюда во свояси. Что-то где-то перерезать надо. О, подожди. Во. Я нашел, что где перерезать. А, вот, это как раз это отключит электричество у двери. Так. Отлично. Так, это мы электричество, видимо, отрубили. Так.
А как убрать-то? Подлуки. Как эту штуку вообще саму убрать? Да это я понял, что лому. Это я тоже вот понял, что вот эту берешь, сюда вставляешь. А, подожди, может типа... А куда навести-то? Непонятно. Непоняточки. Ладно. И все, и искать-то больше негде. Здорово! Петрович, как делишки? Как детишки? Так, может наверх еще раз лазить? Нифига себе, как ты летаешь. На все, патронов больше нету все равно. Дед, походу, на звуки пошел. Фигня какая-то происходит. Ну, стой, вот смотри, я наверх залазю. Зачем я залазю сюда наверх? О, здесь патроны есть, по крайней мере. Это уже неплохо, что я сюда залез. Подлоки нету. Там что-то спрятано. А как туда пройти-то? Здесь даже не отображается ничего, ну, чтоб не ломом там ударить, либо еще что-нибудь. Подожди. Ну, давай вот так. Ага, допустим. А, во! Я понял. Давай посмотрим, что там у нас прячется. Здорово, дедуля! Тебе отдохнуть надо немножечко, мне кажется. Давай там глянь. Может быть, там реально находится падлок этот, и все, я уеду отсюда тогда. На недельку до второго я уеду в Комарово. Хотя в какое Комарово? Мне домой бы в Новокузнецк бы себе уехать для начала. Так, давай смотрим. Чик. Это кто такой? Че, вампир, что ли, какой-то? Так, все, давай, падлок кей взяли. Быстрее, валим отсюда. Да куда ты меня опять тащишь-то? Так. Главное сейчас добежать. А то бабуля сейчас проснется. Вряд ли она меня пирожками угостит. Да хватит сам бегать-то. Давай вниз, бежим. Так. Ага. Открываем. Выкидываем. Так, где-то ключ. Ключ. Так, подожди. Все отлично, поехали. Ха-ха, прощайте. Ставлю вашему хостелу 1 звезду. Мне нравится, и стоматология вашей столько же. Зет. Так, ладно, ребят, вот мы и доиграли. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы не забыли поставить свои лайки, если вы хотите, чтобы я еще поиграл в Granny Chapter 2, то напишите об этом в комментарии. Возможно, я еще раз играю. Но меня дико бесит, у меня какие-то проблемы с управлением. В других играх на телефоне нет таких проблем, но здесь именно через BlueStack меня постоянно куда-то тянет. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, программа начала со временем тупеть. Может быть, это в Granny все-таки вот такая проблема у нас заключается. Все, ребят, давайте на этом закончим. Кстати, я так и не понял, как открыть основную дверь. Ну да, окей, я отключаю электричество. А как вот эту самую решетку открыть? С какой стороны вообще подойти, чтобы она открылась? Я тоже так и не понял. Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Ребят, я думаю, что вы все-таки не забыли подписаться на канал, нажать на колокольчик для уведомлений. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Все, ребят, всем удачи и всем пока. Давайте, скоро увидимся.